The Stillness of the Wind. И всем привет, ребят, с вами снова Алекс, и сегодня продолжаем играть в эту игрушку. Так, не помню на самом деле, на чем мы остановились, мы так и не полили наши цветы, вот эту всю траву. Также, извиняюсь, в прошлый раз, если вот в этом моменте лагало, тормозило, как-то подфрижило, я не знаю, вот сейчас играю, такого дела нету. Давай, выходи, Тальма. Так, я уже по привычке руку на клавиатуру. Зачем? Тут же нам не нужна клавиатура. Так, давайте сходим все-таки польем все наши цветы, всю нашу траву, что мы посадили. Пошли. Откройся. Что я делаю? Да, откройся. Что за игрушки тут у нас, а? Набираем воду. Надеюсь, нам не нужно будет опять крутить мышкой, а? Что нужно делать? Ой, здорово, она сама все набирает. Пошли. У нее, она так держит, как вы знаете, это чашка с чаем, там, не знаю. Такое маленькое ведерко. И поливаем траву. Не знаю, каждый день нужно поливать ее или нет, но... Нужно посадить, я не помню, нам что-то подарили, там какую-то ерунду нам подарили. Семена русалочных колокольчиков. Семена эльфийского чертополоха. Давайте посадим русалочных этих колокольчиков. Что, все вылило? Нет, она бесконечная, серьезно? Сколько ж там воды-то? Берем ведро. Ну, смотрите, у нас вода реально не тратится. Вот это классно. Я думал, знаете, типа, каждый раз бегать, таскать все. Она до сих пор не кончилась. Это типа, я могу весь огород полить им. Пойдемте рисовать. Просто рисуем. Ну, ей весело, насколько я понял. Куриц будем уводить. Что, все, она выкинула? А можно один вопрос? Где мои козы? Она почтовый ящик, что ли, письмо бросил? Надеюсь, что нет. А, дорогая, у меня для тебя новость. Город Элгас обрел нового мэра. И это никто иной, как кузен Льотта. Его обязательная лягушачья физиономия во всех газетах. Мы ждем честности от наших лидеров. Надеюсь, у него изо рта не будет вылетать, что попало. Сено. Так, ну-ка, мужик, ты меня не подводи. Гильза, семя. Серва картофеля. Да, серый картофель. Козел. Да. Это он нас козлов стырил? Куда у нас козлы делись? Офис. Вёты бар, администрация мэра, мэрия, город Элгас. Мои старинные подруги, ты знала меня неуправляемым мальчишкой. Сегодня тебе пишет мужчина, которым мне было предначертано стать. Сейчас я готовлюсь сделать важный шаг, начать создавать новое свое наследие, а потому мысленно возвращаясь к переломным моментам в своей жизни. Первый. Мой отец бросает практику, дом, прежнюю жизнь. Он переезжает на ферму рядом с вашей, где, как ему кажется, он сможет скрыться от горьких сожалений о несбывшемся. Второй. Ты 16-летняя девушка, старшая в семье. Протягиваешь руку помощи маленькому подкидышу, обреченному на одиночество и страдания, видевшего к свету. Третий. Я переезжаю в горы, чтобы идти извилистым путем честной карьеры. 40 лет я пытаюсь соединить власть со страданием. Моя жизнь мчит вперед на всех парах. Грядущий осенний фестиваль обещает много хлопот. От разрешения маршрутов парадов до создания комитетов и сведения в СМИ. Я все же пишу тебе, Тальма, возвращаясь к корням. Мне жаль, что связь между нами прервалась. Надеюсь, ты простишь мою наглость. На улице древний старик играет на губной гармошке от всей души. И я просить не мог о лучшем аккомпанементе к моим чувствам. Навеки твой, Вьотта. Ну чё, пойдемте сажать тогда все это дело. Я не могу у козлов найти свои, где они. А, или может пойдем все-таки собирать грибы? Я бы сходил, кстати, на самом деле. Наконец-то она закончилась. Хотя это, конечно, не особо хорошо, но она закончилась. А вот и козы. Так, что это происходит? Какая-то темнота. Кто-то приехал, что ли? Там внуки приехали, да? Что это такое стоит у нас на участке, вы видите? Там какая-то собака стоит у нас на участке. Реально собака какая-то. И бабка на улицу вышла зачем? А, это коза на улице стоит такая темная. Это сон снится, скорее всего, сон какой-то, да? Сейчас будет скримак, да, какой-нибудь. Давай погладим ее. Все, она проснулась. Почтовый ящик пустой. Эта палка у нас до сих пор валяется, я не знаю, для чего же она нам нужна.
А теперь пойдемте собирать грибы. Я серьезно, надо собрать грибы. Нужно сделать что с сыром, но сыр сейчас закончится. И нам будет просто нечем торговать. Бродяжья подстилка. Последнюю ночь нашей жизни под одной крышей мы вырезали инициалы ТЭГ на этой старой липе, будто надеясь, что завтра никогда не наступит. Бангоброд можно еще собрать. Неплохой грибочек такой. Прям захотел за грибами сходить сразу, а? Хотя не люблю грибы. Ружье стоит все-таки. Не знаю, для чего оно нам нужно. Реально опасная бабка какая-то. Слушай, Тальма, мой кузен Равени разбил караван рядом с городом. Перезвон его безделушек слышен на миле вокруг. Тебе интересно? Каждый день я буду приносить тебе мистическое сокровище, собственноручно отобрано у этого старого бобра. Для тебя, миледи, только лучше. Султанский ковер-самолет. Что это такое? Нас обмануть собирается, что ли? Этот изысканный ковер принадлежал Салдаину, величайшему султану своего времени. Он рассекал небо со скоростью ястреба и мог поднять двух человек. А сейчас это просто ковер, да? Ты ужинаешь, Тальма. Что может быть лучше, чем теплая, приготовленная своими руками еда на закате дня? Эми Юма Маригот. Апартаменты Корона Королевы, номер 206, верхний город. Город Элгас. Город же, да? Милая сестра, у меня был такой потрясающий вечер. На представление Ладами Дувер какой-то. И не где-нибудь, а в театре Вульфбат. Меня выбрали из зала. Я танцевал на сцене с молодым составом и головокружительным красавчиком-солистом. Две невероятные сцены. Ама, я влюбилась. Я начал было подумывать о танцевальной карьере, но Гарза меня отговорил. Мы вчера завтракали вместе в Бальзам-Бистро. И вынуждена отметить, что район приходит в упадок. А вечно зеленые сады раньше казались мне девственно нетронутыми, но теперь выглядят заросшими. С нашим братцем все плохо, только он немного дерганный и не может пережить победу Пота на выборах. Я никогда не перенимала их соперничество, поэтому процитировала ему строку из пьесы. Те, кто не покидает песочницу, навсегда остаются детьми. Потом стал рассказывать об Элиасе. Или Элиасе. Ну как-то так. Так мило снова видеть любовь в его глазах. Он похож на тебя, Ама, когда Ама родилась. Если бы у нас с Брэн были дети, уверена, что я бы чувствовала то же самое. У меня после представления такой прилив сил. Что скажешь, Ама? Может тряхнуть стариной и вспоминать наши девичьи танцы? То-то была бы потеха. Мими. Мне интересно, что нам втюхал сейчас этот дед. Он нам продал ковер-самолет. Там бабка ночью ест, а? Я не знаю, сколько нужно готовить, я серьезно. Ну типа, мне бы игра сказала как-то, подсказала бы скорее всего. Но там, кстати, новая книжка. Нужно почитать. А, это ковер-самолет. Старый половик, от которого несет благовониями. Амета, Салейда Лейбет. Амета — город томов, раскинувшийся на голубых песках у Можжевелового моря. Веками сопротивлялась ветрам и ветрам перемен. Ее жители истово поклоняются предкам, ее построившим, и каждый день мне посвящают тому, чтобы как можно точнее воспроизвести столь милое их сердцам прошлое. Так, нам опять будут какие-то непонятные сны снится. А то я в прошлой серии уже попрощался, а там какой-то нам сон приснился интересный. Ладно, на этом будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Также вступите в группу ВКонтакте, чтобы узнавать новости. Так, опять какой-то сон, что ли? Нет, ну все. Так, с вами был Алекс. Всем удачи и всем пока.